Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, и нет, это не Майнкрафт. Это игра под названием Unturned. Ну, то есть, я первый раз зашел в нее, и вчера это было ночью, и понял, что за говно. Тут посмотрел на эти индикаторы, походил немножко по карте, и это мне все очень-очень сильно напомнило DayZ. Потом я посмотрел еще пару геймплейных роликов и понял, что это типичный клон, только на квадратном движке. Это забавно? Hello. Здорово. Вот, видите, теперь я с фонариком. Equipped, пожалуйста. Вот, теперь я с фонариком. Теперь это DayZ. Так, давайте посмотрим, что тут есть. Это на самом деле забавно. И эта игрушка распространяется по системе free-to-play. Ёбаный ты шашлык. Я могу тебя бить или нет? Нет, судя по всему, нет. Это печально. Отвали. Не, я могу его бить. Скотч. Такс. Это похоже на победу, на самом-то деле. Чтоб вы там не думали, но я победил. Хоть у меня и осталось тут. Лонгбоу? Лонгбоу. Всё, блядь, попил. Это что? Бондинг. Нет, это мне не нужно. А у меня что, два фонаря? Да. О, есть стрелы. Одна. Ну да ладно. Это с тебя выпало, я подозреваю, да, товарищ? А ты у нас здесь отдыхал. Хорошо. Неплохо тут у нас он устроился. Вау. Радиэйшн. Интересно. Ага. Одежда. Хорошо. Не знаю, кому пришла в голову эта ясная идея, но это, блин, забавно. На самом деле это забавно. И тут также можно сломать себе ноги, как в нашем любимом DayZ-те. Поэтому... Вот это что? Это я случайно не Элиспак нашел. Такс. Да, я нашел себе рюкзак и еще 4 слота. Да я вообще ебать красавчик. Блять. А как стрелять? Все. Не подходи ко мне, тупой фермер! А, слабак. Но я скоро умру. Поэтому... Reload? Что? А у меня стрел-то нет, ребят. Стрел-то нет. А стрела в голову должна была его убить. То есть я опять с фонарем. Окей? Как видите, тут есть очки энергии, то есть стамины. Я пока не вижу тут кровопотери. И пока не вижу здесь самой крови. Но тут есть аналог полоски ХП. То есть вижу голод, вижу потребность в воде, но пока не вижу, каким способом их можно было бы пополнять. Наверное, чем больше оно набирается, тем больше потребность. Давайте побегаем. Пока что
Я боюсь выйти в электро. На самом-то деле. Хорошо, что я нашел фонарик. Хотя палец пиздец. Мне бы пару флайеров. А, это поле для гольфа. Хорошо. Мне бы аптечку. И ствол. Лучше ствол. Так, там вижу какие-то домики. Тут зомби не такие, в принципе, тупые, как в Дейзи. То есть, если проползать мимо них вот так вот. Ну, то есть, я сейчас лежу, если что. То они вас заметят. С 2 метров. Это их надо реально мало того, чтобы ползком обходить, так еще и... Пардон. Так, продолжим. Продолжим. Движение к... Я бы даже целью это не назвал. Твою мать. Просто твою мать. Сука, их как-то бы обходить теперь. Ну ладно. Давайте оббежим. Тут с лутом, в принципе, такие же проблемы, как и в Дейзи. Но, по крайней мере, тут его реально найти. То есть я сейчас говорю про DayZ именно мод, а не про стендалоун. В стендалоуне, блять, пиздец с лутом на самом деле. В стендалоуне вообще много проблем. Такс. Ребятка. Тут, короче, эта игрушка, как я уже говорил, распространяется в Steam по системе Free-to-Play. То есть в нее может поиграть кто угодно. Доната я тут не видел, поэтому все нормально. Любой желающий может создать свой сервер, написать там только, ну, естественно, законнектиться, чтобы... И, в принципе, все, понимаете? То есть заходите, играете без проблем. Создаете свои сервера, подключаетесь до серверов друзей. Никаких проблем. Ёб вашу мать. Ладно, давайте попробуем пробежать. Пошел в анус, тупой пидорас. Чё там есть? Зря я хапнул эту штуку. Батарейки. Да ладно вам, ребята, чё вы такие конченые? Ой, энергии нету. Бывает. Говно случается, знаете ли. Ай! Блять, сожрали. Ладно. А что это такое? А лут сохранился, да? Я не знаю, что это такое. Хотя нет, вру, лут не сохранился. То есть, видите, у меня забрали и рюкзак, и одежку. Оставили только ссаный фонарик. Но я зареспился на этой же точке. Интересно, лут восстановился или нет? Эта игрушка должна быть забавная. То есть, вот... У меня есть теперь оружие, блядь. Даже рюкзак опять нашел. Equipped. Чё? Чё, сука? Нормально. Заточка. Жить можно. Заточку достань. Нет, зомби нету. Но, по крайней мере... Понятно. Так, надо аккуратненько спускаться. Потому что ноги, они, как говорится, не казенные. Так, давайте пойдем еще раз. Иди сюда, тварь. Сейчас будем искоренять из этого мира зомбей. DayZ был интересен, в
принципе, и графикой, и тем постапокалипсисом. А тут такое чувство, что... Ого. Что в Майнкрафт пришел зомби-апокалипсис, то есть... Там и так зомбей хватало, то есть это не новая тема совсем. Вот, про популяцию зомбей, но... Что? Винтовка? Вы серьезно? Патроны есть? Забава. Просто так, на полу. Мне нравится. Такс. Хорошо. То есть, как вы видите, вторая вылазка буквально, и уже все есть. А давайте-ка стрельнем. Ёбану, брат. Ну чё, слишком далеко. Я, пожалуй, подойду поближе. Потому что мушка тут не очень. Хотя, блядь. Сука, у неё голова квадратная. Бля. Хорошая штука. На самом-то деле. А патрон чё, был один? Я не знаю, что это даёт, честно говоря. Ага, ну тут я просто снял все прицелы. Но патронов, судя по всему, у меня больше нет. Ну, нормально, в принципе, так и воевать можно. Неплохо. То есть именно тут война может быть, как в том же DayZ. За территории, за лут. Да за все. Я надеюсь, тут есть большие города, ибо вот это вот открытое пространство, это тоже очень хорошо. И я не сомневаюсь, что DayZ как симулятор бега по лесу перенесся и сюда. Но я думаю, тут это будет забавнее, потому что это все-таки стилистика Майнкрафта. И у многих людей эта игра будет вызывать явно хорошие эмоции, особенно для любителей Майнкрафта. Потому что, давайте смотреть правде в глаза, DayZ играли бы, покупали бы, если бы он не был требовательным, ну, собственно, к компам. Играют в Майнкрафт не потому, что у них там какие-то навороченные системы, потому что им не хватает этого. А Майнкрафт любят почти все. Так, вижу три противника. Давайте начнем с этого. Ебать, противник. Блять, я не могу в него попасть. Попал. Норма. Пошли дальше. Следующий противник. О, я там что-то вижу. Это либо труселя, либо жилетка, одно из двух. Блять, спалил. Сука, дрянь, тварь. Е! Блин, с ножом хорошо. Нож мне нравится. Thanks. Equipped. Я не знаю, что это, но... А, это пончо. Окей. Как я стильно нож достаю. Шку. Ха, говно. Так. Идем дальше. В прошлый раз я тут винтовку нашел. Ну, то есть под таким же флажком, поэтому стоит смотреть под ноги. А я думаю, эта толпа, она будет против. Поэтому их придется как-то... Нет, это было неплохо. То есть, в принципе, минимальные потери. А
я заебашил всех. Но, к сожалению, надвигается ночь. А без ПНВ в DayZ ночью, всем известно, можно просто выколоть себе глаз. Вау, это мои вещи. Да, это мои вещи. Так, торчлайт не интересует. Давайте это говно возьмем. Это говно возьмем. Лонгбоу неинтересно. Так, давайте приоденемся. Такс. Штаны. Давайте попьем яблочного сока. Но, как вы видите, то есть это процентное соотношение. Спать можно? Я думаю, можно, но пока не нужно просто. Так, дроп, крафтинг. Что у нас по крафтингу? Тул. Что-то оно как-то не особо работает. Ну, ладушки, оладушки, что тут еще есть? Чашку, конечно, я бы взял. Ну, давайте возьмем. Потому что вдруг она будет мне нужна. Так, тут еще одна такая же ерунда. Как это говно открывать? Что-то оно не работает. Но, судя по всему, это такой же шкафчик, как и был. То есть, как в соседней комнате. Что это такое? Мосина? Или мне показалось? Дроп. Эквип. Так, давайте протестируем. Ибо как-то хочется понять, что это все-таки такое. Но это понятно, это прицел, да? То есть, вот мы его одеваем, вот мы его снимаем, да? Норм, да? Хорошо. Что это дает, пока непонятно. Но какие-то патроны, судя по всему, тут-то есть. И это хорошо. Так, давайте-ка еще посмотрим, что здесь. Потому что я как-то бегом, мельком это все посмотрел. Сыкотно было. А вот выходить ночью куда-то не очень хочется. Поэтому что-то я очкую. Ну да ладно. Спать что-то тоже никак не получается. Ну чё, давайте пойдем в ночную. Оу, а как это вышло? На самом деле я не в курсе, потому что я по каким-то вообще, по какому-то странному стечению обстоятельств поднял трубку телефона, и вот прошло около 40 минут, и вот я здесь. Лось? Что за говно? Блять! Фонарик, Close Bar и Apple Juice. Понимаете, это все, блядь. А я могу заебашить оленя, чтобы приготовить из него, я не знаю, что-то. Что-то крайне полезное. Ой, я, по-моему, здесь был. Нет, я был не здесь. Я вижу Замбези. А Замбези видит меня. Ебать, что-то было. Отвали нахуй.
откуда ты вообще взялся, конченый? Так, хорошо, меня убили. Ну, да и ладно, в принципе, чё, первый раз, что ли? Магазин. Пошел в жопу, конченый. О! Блять, идите нахер! Я вас сюда не звал. Так, там патроны для дробовика, опять патроны для дробовика. Бейсбольная бита. Блять, пожалуйста, пожалуйста, не убивайте меня, я буду хорошим человеком, честная пионерская. Бери, бери биту, дурак. О. Давай, блядь. Давай, сука. Что? Ты чё такой неубиваемый, тварь? У меня 10 хп осталось. Какие они ублюдочные, вообще офигели. Края потеряли. Твари, сволочи, мутанты прям. Так, хорошо, давайте-ка найдем, чем полечиться и что похавать. Так, хорошо, это... Пожалуй, выпить. Это, пожалуй, одеть. Так. С тебя ничего не выпало, а тут где-то была... Это что? Рюкзак. Патроны. О, это какой-то Элис Пак прям. Ну да, что-то похоже. Да, тут вообще нормально. Поэтому давайте-ка возьмем это все. Так, тут еще патроны. А бы мне шоти, конечно, найти, было бы вообще хорошо. Но шотик, к сожалению, тут нету. Так, это химсвет. Баночка молока. Потом, что тут еще есть? Тут еще есть белая майка. Это не открывается. Колоды. Для костра, может быть. Sleeping bag. Это заебись, конечно. Carrot. Морковка, то бишь. Это чё попить? Блять, патроны есть, ствола нет. Просто. Лечиться тоже, в принципе, нечем. Может, это как-то? Это просто голод уберет. Чиллари. Ну, давай, пожри уже, ладно. Это все. Говняна очень-очень. Хоть бы что-то восстанавливало. Но, к сожалению, нет. Тут мне может помочь, ну, судя по Дейзету, только переливание. А, к сожалению, крови я тут не видел. Поэтому, ну, все, это... I'm crying tears and I'm dying here. Так, что тут еще есть? Давайте-ка посмотрим. Штаны валяются. Так, давайте вот это вот переставим на второй слот. Я вижу там какую-то дамбу, что ли. Давайте-ка двинем туда. Я со... Блядь. Матросики, вы чё, ахуй, это самое? Вы чё, педики, что ли? Я
Не подходи ко мне, мразь ебаная. Хорошо. Разобрался. Так. Хорошо, что когда машешь битой... Ага, вот сильный удар забирает энергию. О, а легкие нет. Хорошо. Так, лучше идти по верхотуре, чтобы было более-менее видно местность. Чтобы на меня не смогли напасть, если чё. Неожиданно. То есть, напасть на меня в любом случае могут, но не неожиданно. Так, а вот радиация. Что это за говно? Что за значок радиации? Оно набирается, и судя по всему, когда оно наберется полностью, я умру. Бля, ребят, это город. А почему все черно-белое? Потому что у меня слишком много хп. А как вы знаете, когда мало крови, начинают трястись руки. Ну вот, как вы видите сейчас на экране. И... Экран... Блядь. Что это было? Ой. Почему я тебя не видел? Отдыхай, парнишка. Ты чё такой дерзкий? Дерзкие, блядь, как я не знаю. У меня 10 хп, поэтому меня очень быстро сольют, но я, по крайней мере, чуть-чуть побуду в городе. Повар. Повар, это хорошо. Повара нужны, но не зомбированные. Так, там несколько человеков. Бля, полис и морячок. Хорошо, ушатал и полиса, и морячка. Это забавно. На самом деле, это игрушка, которая... Ну, не то, что... Я не... Нельзя сказать, что она лучше Дейзи, но, блядь, это забавно. То есть, историю перенести на такую платформу, это крайне-крайне хорошо. Блин, мне бы еще как-то полечиться. Давай, пацан. Хорошо. Давайте посмотрим, что вы там охраняли. Кот. Топор! Болты, блядь. А ну-ка. Make some axe. Стик, палочка. Это, наверное, все для крафта, но, к сожалению, пока мы крафтом заниматься не будем. Так, доска и еще один топор. Так это ж топор маньяка, смотрите-ка. На нем есть отметки. Это, скорее всего, жертвы. Так что, блин, этот топор наверняка с историей. Так, еще палочка. Давайте-ка попробуем где-то... Сейчас еще посмотрю эти ящики. Еще болты. Ой, она медленная, бля. Where? Окей. Деталь. Хорошо. Давайте пока с битой. Не, ну, испытать я его по-любому испытаю, а вот просто... Он просто, сука, медленный, посмотрите. На! Может, я, конечно, ошибаюсь, это лучшее оружие. Но мы его испробуем. Так. Ну, давай на тебе, ебать. Не-не-не, говно-говно. Лучше бита. О, Фомка. Блядь, слэншхаммер. Карджек. Берем. У меня, в принципе,
достаточно в сумке места. Еще одна монтировка. Тут нормально монтировок, честно говоря. Так, еще один этот мешок. Так, у меня 26 патронов, но мне, к сожалению, некуда их положить. Я думаю, этот будет еще медленнее. О, блядь. Как ты меня спалил-то? Однако. А ну давай сюда. Ебать. Шифтуй, шифтуй, чувак. Нормально. То есть, в принципе, так и можно выживать против зомбези. Но это так. Субъективно на самом деле, потому что может и не повезти. Джус. Мне попить бы не помешало. Так, пока что я... О, враг! Я ж слышал, что какое-то говно ко мне крадется тут. Хорошо. Давайте попьем. Вот, попили. И сразу, видите, жажда поубавил. Ну вот и я умер. То есть, собственно, скорее всего, радиация добралась до соточки и все. И на этом баста. Воу. А это я где-то рядом с городом? Не знаю, не знаю. А что есть? То есть стандартный завтрак туриста и все. И фонарик. Фонарик, в принципе, нахуй мне не упал, но ладно, есть и есть. Давайте попробуем в машину прыгнуть и ебать отсюда. Аляулю, товарищи, аляулю. Хорошо. Блин, у меня мало топлива, поэтому придется разворачиваться. Вау, класс. А ну, товарищ повар. Где там этот... Пассажир еще один. Сейчас мы развернем немножечко. И еще его собьем. Ну вот и все. А нет. Япономать. Успокоились, нет? Ну, вроде как, да, смотрите, военный. Забавно. Так, а что это такое? Ага. Кепочка матроса, окей. Патроны, еще одна кепочка матроса. Ствол. Ебать. Вы что, прикалываетесь нахер? Пожрать бы, честно говоря. И попить бы. Так, сбери пушку. 7 патронов. Почему? Почему? Почему он не стреляет? Говно это сейчас было. Я так понял, вы это предохранитель. Какого хера? Релоудинг. Я нажимаю релоудинг, но ни хера не происходит. Ёбушки, воробушки. В тачку прыгай быстро. Идите нахер, ребята. Я вас сюда не звал. А вы, блядь, приперлись, пидоры голимые. Поэтому вас ждало приблизительно это. Все, я справился? Да.
Это, блин, нормальная тема, то есть выманить их на машину и заебашить. А вот только что со стволом? Ебать. У меня пуль нету. Все банально просто. У меня просто нету пуль. Так, давайте-ка еще что-то выкинем. Дроп. Теперь я в штанах, как настоящий матрос. Так, что это такое? Морфин, я думаю, пригодится. Таблетки, чашка. Ебать, я не знаю, куда идти. Но это аэропорт. Это однозначно аэропорт. Ебаный в рот, у вас что, тут нету оружия, что ли? Вы что, конченые? Ребят, мне нужен ствол. Military bullets, ну и что? Дроп. Возьми, пожалуйста, пачку буллетсов и, как бы, блядь, перезаряди их или чё, я не знаю. Ну, нихера же не происходит. Ладушки. Давайте сходим еще туда. Я думаю, нас там и по итогам сожрут. Ой, я вижу там самолет. Интересно, я смогу взлететь? Сомнительная, конечно, это все затея. Давайте троечку дропнем. Блять, меня уже начали жрать, пидорасы. Я дропнул троечку, потому что у меня нету места под оружие. Акс, хватай топор. Забил. Ха. Выживание в действии, бичерс. НАТО. Магазин. Это инжект. Так, Apple Juice. Мне пожрать бы чего-то по-хорошему, но... Так, металл. Патроны для дробика. Это все. То есть больше я, в принципе, оружия нормального не вижу. Хорошо, что я хоть нашел это. Пошел в жопу, конченый. Да блядь, топор слишком медленное оружие. Бля. Кто? С одного, блядь. Вот так и надо, короче. Такс. Не, ну я не могу. Или могу? А, нет, это какое-то говно. Колючка, что ли? Колючка и болты. Заебись. Самое нужное, короче. В экстренной ситуации. Педик. Так, что есть? Какие-то записки. Эта ткань была. Еще Apple Juice. Еще один фонарь. Воу, доска. Нет, показалось, думал. Ружбайка какая-то лежит. Нет, не повезло. К сожалению, я не нашел дробовика. Хотя очень хотелось. Давайте-ка еще за ангар заглянем. Нет. К сожалению, ничего нет. Сейчас еще пойдем посмотрим вышку, потому что в DayZ всегда там спавнился военный лут. Но, к сожалению, пока ничего. Пока ничего на аэропорту нету. Сейчас дойдем туда, посмотрим. Почти на месте. Нормально. Даже не думайте со мной играть в игры, блять. Я вас всех тут порежу.
Ебать. Сдохни, сука. Так. Воу. А чё тут всё так плохо? Ага, понятно. Спокойной ночи, шеф. Ты тоже не очкуй особо. Чё у нас тут? Что-то Yuri Magazine. Ага. Это что? Молби? Херь какая-то непонятная. Окей. Катана! Ебать, катана! Хорошо. Это дропнем. Хача-хача-хача. Нормально, блин. Вообще живем и шикуем. Так, что это такое? Честно говоря, попить бы. Поэтому давайте-ка дропнем морфин. Возьмем эту херню. Попьем. Морфин верни. Такс. Что тут еще есть? Тут больше, в принципе, ни хера нету. То есть, эти доски. Wooden shell, да, доски. И пара зомбей. Вот такая вот, в принципе, игрушка. Я уже довольно, наверное, много набегал, потому что за временем не смотрю. Забавный, в принципе, такой Days на квадратном движке Майнкрафта. Это все классно, красиво и довольно увлекательно. Учитывая то, что с приятной, кстати, механикой игровой, потому что, ну, такой ненавязчивой. То есть не как в DayZ, там, где все серьезно, там, где ребята реально боятся и привыкают к своим персонажам, и они там умирают, матерятся. То есть это всего лишь игра и ничего особо страшного. А тут это все как-то так, знаете, ненавязчиво, простенько. Вот даже вот мой персонаж. Это просто ад. Давай, с катаной тебя. Вот. Тебя запомнят люди с катаной. Almost dead. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео и всем пока.